ITER – это, если хотите, вершина мира технологического. В том смысле, что любая система там, она выше мирового уровня. Потому что установка экстремальная. Мы создаем искусственное солнце на Земле, чего раньше никто не умел, не знал. Поэтому все системы, которые есть, она каждая выше мирового уровня. И, соответственно, если мы 19 систем создаем, мы создаем 19 производств в России выше мирового уровня. Но это тоже требует времени, и это недешево.